Так, ладно. Ребята, в общем-то, я все-таки пошел за дроном, все-таки, как вы можете помнить. В общем-то, это я не знаю, куда он упал, потому что я не... По крайней мере, я не успел. Что за... А, ну нафиг, 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 нафиг. Так, тихо. Мне кажется, надо дождаться. Ох, о мой бог. Простите, что я сыкую, но... Я просто не могу именно так поверить, то что, мол, что-то или же кто-то сбил мой дрон, хотя, по сути, в этом лесу никого нету. О мой бог, мне просто страшно. Простите, ребят. Ладно. Давайте это... Так. Стоп. Мои камеры, стоп. Так, вот карта. Так вот. Ах, ладно, слава богу, что хотя бы скоро сейчас начнет. О, все, наконец-таки. А, это мой. Так, видите. Так, давайте еще. Так. Ладно. Напоследок. Чтобы пропугнуть этого Бигфута. Так, ладно. Так, сейчас сколько время? Ага, 8 часов утра. Ладно. Не, думаю, надо сначала на по... эти благоприятной погоды дождаться, потому что... То есть не погода, а благоприятное время, чтобы было бы все светло. Впрочем, все, думаю, все. Как все чики-пуки, вроде бы он должен ночью. Он не должен. Уже днем. Он должен днем ходить, да. Так что я пойду. Я пойду в поисках моего дрона. Много бабок, во-первых, во-вторых, без него я не могу. Сначала давайте камеры поставим. Так, вот первое. Думаю, тут надо. Пушкой каждый раз ходить, о мой бог. Ладно, днем хотя бы тут поспокойнее, чем ночью. О мой бог, я что, Слендера играю, что ли? Потому что что-то господи Иисусе, это волк был. Господи Иисусе. Ладно, давайте я свяжу.
О мой бог, я прям я испугался волка. Вот да, в этом лесу не только Бигфут обитает. Разные волки. Камера что-то в плохом качестве, если честно. Так. Ладно. Пока что все чисто. Так, ну где-то тут упал мой дрон, кажется. Или где тут? А вот и болото. О, господи. Так, тихо. Давайте поставим камеру вот тут вот. Нет. Ладно, тогда давай поставим вот тут камеру. Вот. Дальше капкан нужен. Вот. Далее мяско. Мяско, естественно. Так, как мне так сделать, чтобы... Так, тихо. А вот все. А теперь остается только его замаскировать. Так, стоп, а как и... Погодите, а как это? Ладно. Стоит намного нового. Ладно, думаю, сойдет. И да, ребят, у этой камеры просто фиговый звук по эта камера не очень хорошего качества, вот и поэтому вот такой звук. По болотам. Где Бигфут? Стоп. Там домик. Там домик. Странно. Давайте поставим камеру. Дом на болоте. Камера ночного видения. Класс. То нифига не видно. Так, вон. Вот там моя камера. Жесть, я хожу уже по этому лесу. Так, где вообще? Так, а вот там на болоте. На болоте вот базовый лагерь, тут. А тут что-то типа этого. Ладно, я пойду. Я пойду к себе домой, да. Я пойду домой. Дальше я должен... Так, блин. Вот все, дальше я должен...